Друзья, всем привет на канале Константин Крот. Смотрите, куда мы сегодня попали. В заброшенную деревню приехали на коп. И нам разрешил наша знакомая полазить вот по этим вот домам. Это вся территория куплена. Смотрите, какой интересный дом. Вообще, с украшениями. Вот такой же столбик я видел за этим домом. Сейчас мы с вами вместе зайдем. Смотрите, интересная такая штука. Я говорю, это видеонаблюдение, наверное. Это был фонарь. Вот, сейчас мы зайдем в этот дом и посмотрим, потому что я внутрь еще сам не заходил. Ждите, включусь. Друзья, у нас шикарный просто вход. Посмотрите сюда. Обалдеть. Видно, что домик так любили вроде бы. Смотрите, какая красота. Резное все. О, а вот и первая интересная находочка. Сразу же сходу. Это крутые часы. Хорошо. Так, а это обычная люстра. Друзья, так у нас здесь все разваливается. Еще интересная особенность этого дома, я заметил, то, что здесь вот с той стороны, где живут, слева, дом не разобранный. Вот с этой стороны. То есть, а с той стороны, вот с той, все снято. Крыша снята, все. Так, ребят, сейчас я смотрю. Так, на чердак ход. Ой, вообще шикарная лестница какая. Так, друзья, это наш дворик. Дворик. Вижу я уже интересные находочки. Бутылочки. Хороший такой интересный домик. Вот я думал, здесь вообще ничего нету. А здесь еще что-то присутствует. Первый раз такое вижу, друзья. Походу, это конинка. Натуральная. Для лошади. Упряжь. Правильно ведь, да? Если кто знает, поправьте меня. Настоящая упряжь конская. Офигенчик. Сухое молоко для детей грудного возраста. Ребят, кто-то из вас 100 пудов это кушал. И не говорите, что нет. Одеколон Тайм. Неплохо. Так, а давайте, знаете, что сделаем? Пойдемте на чердачок. Прям вот так вот и залезем сейчас. Тихонечку, не спеша. Друзья, по многочисленным просьбам мы продлеваем акцию. С 26 августа по 1 сентября скидка на детекторы и на катушки до 60%. Так, например, мини-лап Мантикор стоил 181 999 рублей, новая цена 169 999 рублей. Мини-лап 540 Pro Pack, старая цена 42 999 рублей, новая цена 39 999 рублей. Ну и для примера Equinox 800, старая цена 88 999 рублей, новая цена 79 999 рублей. Спешите за покупками и увидимся в МД-регион. Количество товаров ограничено, так что успевай. Все ссылочки будут в описании. Может, там что-то есть? Ого. Так. Ого, коробочка. Думал, у меня что-то есть. Вот смотрите, с той стороны железа нет. Здесь железо есть. Страшно, одни лезвия. Не упасть бы. Не упасть бы, не упасть. Так, вон там бутылочка интересная стоит. Сейчас нужно будет туда, наверное, слазить. Так, ладно, ребят, если что, упаду с вами. Фух. Так. Гуталин. Гутен Морген. Так, друзья, наблюдаем, созидаем. Что тут такое? 1918. Так. О, интересная вещь. Так, друзья, ладно. Залез повыше. Посмотрю. Вид сверху. О, газета советская, явно видно. Так, а вон еще здание. Это Лабаз. Это был магаз. Просто офигенно. И туда мы сейчас тоже наведаемся. Только после того, как посмотрим вот эту вот разбитую бутылочку. Ой, она царская, 100 пудов. Вон, красота какая. Жаль, что разбита. Так, ладно, а может мы здесь какой интересный кирпичик царский найдем? Эть. Раз уж здесь есть царская эпоха. Так, ладно.
Вылим из этого. Сейчас прочитаем, что здесь написано. Н-пересь. Так, ладно. Возьмем для фоточки. Опа. Так. Вот еще интересную штучку вижу. Не упасть бы просто по бревнышку тут ходить. Это книжка, похоже, детская. Сейчас. Мы ее посмотрим. Так. Ой, это же у нас что ли какой? Сельское хозяйство. Так. Да, стопудов, это какая-то интересная детская книжечка. Это, я так понимаю, закладочки, что ли, были? Крокодил Гена. Знаем такого дяденьку, знаем. Так, под застрехами. В этот раз вроде бы ничего нету. Только бы не упасть. Тут же и письма читать нельзя. Так, я еще был не во всех комнатах, друзья. Тополиный пух, что ли, летит? Вот. Так, вот это вот что-то знакомое из детства. Но не помню, хоть убей. Так. Ребят, нон-стоп снимай. Даже не выключаюсь, походу. Просто. Опа. Что-то захрустело. А я там интересную книжечку нашел. Еще книжечку. Книженцию. Так, друзья. Вот это вот что-то медненькое. Это не по основному профилю. Так. О, старинная книга. Походу, церковная. Вот так вот. Не зря она была там спрятана, походу. Чего значит, не понимаю. Брать не буду, так как боюсь гнева Божьего. Ребята, я зашел в переднюю комнату. Видим, висит счетчик. Дом был газифицирован. Вон соседские все дома. Смотрите, значит, вот такая вот рамочка. Здесь, наверное, дед с бабкой висели, как полагается. Во всех старых домах. Еще занавесочки. Короче, обнаружил я, что чернющие копатели все углы вышибли. То есть фундамент есть, все хорошо, но все выдолблено прям. Вот на этой вот печке только что я нашел бутылочку царскую. Вот. Вы это видели. Вот. Смотрите, какая красота просто. Как, блин, в дворцах печь-то. Явно дом не бедный был. Наверное, вот лобазик-то соседский. Вот, опять же, сейчас я вам его покажу, этот лобазик. Вот он. Видите, там даже написано 1900 какой-то год. Вот он был, сто пудов к этому дому относился. В плане хозяйства. Так. Это у нас что такое? А, это, наверное, дроссель. Выключатели. А дверцы-то. Вот богатый дом, конечно. Богатый. Заезжай, живи. Сруб не гнилой. Все хорошее. Друзья, ну а мы ищем дальше находку. Смотрите. Печка полностью разломанная, разбитая. Здесь в последнее время не топилось. Вот. Давайте посмотрим, чьи изразцы-то у нас. Современные. Не видно. Печать-то есть, конечно. Но вот целиковые изразцы, пожалуйста. Бери, да дальше работай. Что хочешь делать. Вот. Кто разберет, что тут написано. Они все изразцы всегда шли с клеймами. Все, здесь везде клейма стоят. Красота. Так, а это у нас на печечке. Всякий хлам. Он был обделан какими-то штучками цветными. Палатья. Так, друзья, ну я подхожу понемножку к выходу. Здесь вот такой вот великолепнейший просто шкаф стоит. Где даже еще висит одежа. Ну, неплохо. Да. Ну, я не знаю, здесь уже, похоже, какой-то мусор современный кто-то скидывает. Вот. Так, а это... Это какая-то игрушечка была. Ладно, сейчас посмотрим. Так, а за шкафом потайная дверь. И в следующей серии мы туда сходим обязательно. Шучу, друзья. Мы только что там были. Это передняя комната получается. Вот. Тороплюсь я, жалко. Хочется вроде как покопать с металлодетектором. Сходить погулять. Так бы я еще полазил. Ну, скажешь, конина. Походу, это конина. Прикольная вообще вещь. А вон там игрушечка лежит. Вот их вот посмотреть.
Здесь двор, считай, был. Наверняка в этом дворе еще находок уйма. Вот. Ну-ка, ребят. Вот это вот настоящий советский автомобиль. Ох, что-то я, кстати, да, тихо и разговаривает. Пойдемте в лобазик, что ли, сходим, посмотрим. Так, старинные навесочки. Вот. Так, здесь ничего нас не ждет. Вот, пойдемте обратно. Сходим в лобазик. О, гвоздодерчик, вижу, сломанный. Кто-то пытался здесь, наверное, что-то взломать. Взламывать. Бутылочки. Ох, не упасть бы, не упасть. Фу. Жень, ты там? Вообще, да, вот это пиздец, блин, тут. Так, друзья, дорога в соседский лобазик. Ай, мамочки, чуть не упал. Идем в магазинчик. Дин-дин-дин. Шуруем с лавандосиками. Такой вот домик. О, вот кто начало видео смотрел. Вот еще один украшительный столб для вот этого шикарнейшего дома. Кстати, вот сейчас в стройке мода тоже вальмовые крыши. Здесь, кстати, кладбище-то есть рядом. Так, а вот лобазик. Мысля пришла у моего друга прикупить вот это вот зданице и сделать из него эко-отель. Интересно, конечно, тема, но здесь все надо ломать, лучше новый построить просто. Ребят, ну а на этой теме я хочу с вами попрощаться.